Азербайджан и Россия. Профессиональный турнир на Кубок молодежи среди юношей 2000-х годов рождения в весовой категории до 60 кг прошел в городе Баку. Чемпионат стартовал в Олимпийском спортивном комплексе «Шаган». Юные спортсмены с хасавюртовского клуба «Тигр» представили Россию за рубежом на высоком уровне, завоевав 5 призовых мест, 3 из которых на золотую медаль, а также вторые места были присвоены двум представителям данного клуба. Была битва 5-5, Баку против России, стенка на стенку выступали. Из них Курбанайо Карабудин и Надиров Арсен выиграли свои первые профессиональные бои. Бойцы клуба «Тигр» часто участвуют на всероссийских и международных первенствах, где завоевывают золотые медали и кубки, тем самым поднимая престиж клуба. «Тигр» за недолгое время существования воспитал молодых титулованных спортсменов, которые стали чемпионами и призерами смешанных единоборств на аренах Европы и России. Есть в зале воспитанники чемпионы мира, кубка мира, чемпионы Европы, чемпионы кубка мира, около 10 чемпионов кубка мира. Есть мастера спорта, есть кандидаты мастера спорта, очень много в зале. На протяжении длительного времени бойцы проходили упорную тренировку, осваивали различную технику смешанных единоборств, где огромную помощь и поддержку оказали тренера спортивной школы имени Гайдарбека Гайдарбекова. Дальнейшие планы бойцов – выиграть турнир, который будет проходить в городе Синдуки в конце марта. Как рассказывает директор клуба «Тигр», уже начались усердные тренировки, и в ближайшее время среди спортсменов данной школы состоится отбор. Расул Гаджиев, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».